13 вебинар, 198, скоро юбилей. Итак, перед нами, значит, человек, который наравне со мной впервые читал лекции для телевидения. Ставлю вас в известность всех, и в том числе и нашу уважаемую аспирантку Госуниверситета Елену Александровну Савинич. Это тренировка в качестве ведущей для будущего Центрального федерального телеканала состоялась. Сегодня Кундасев, ведущий телеканала «Консультант садовода», прислал все рабочие материалы. Другое дело, посмотреть не успел. Вот. Потом следующий этап будет такой, Лена Санна. Мой брат Юрий Владимирович Железов по возможности возьмет и переделает их в нормальные фильмы с музыкой, с титрами. Вот, вырежет какие-нибудь там, или там заглушит посторонние звуки. И мы увидим вас, как, что из вас должно получиться. Пока самому мне неведомо. Итак, ждем. А вопрос стоит другой. Что не хватает для того, чтобы вас забрали куда-то на центральный канал? Вот. Внешность располагает. Грамотность высочайшая. Лучшая студентка Госуниверситета, сельхоз, агроуниверситета. Есть. Значит, знания есть, а практика. А это что? Как это понимать? Это значит, что все сходится. А дальше, как говорят астрологи, нужно расположение звезд особое, чтобы мы улюбовались вами уже каждый день, включая телевидение. Это я говорю всем жителям России, не только России. Вот наша будущая ведущая. Но если звезды не сойдутся, ну, проживет такую жизнь, как все. Все кандидаты наук, все доктора наук. Вот. Там посмотрим. Вот. А жаль, если наши мечты не сбудутся. Смотрите. Посмотрели? А вот это ее работа. Вот все сошло, все. Вы знаете, чем она отличается от тех, этих самых телеканальщиков, которые сейчас светятся на голубых экранах? Я не представляю, как бы она это делала. Вот. Ой, точно, наоборот, ребята, я представляю, как бы наша Елена, дочка моя, делала бы это. Сказать как? Знаете. А как там делают? Роют огромную яму. Им нужно все это продать. Рядом флакончики, рядом эти самые пакеты, упаковки. Рядом, значит, мешки. Начинают перестрелять? Или, как говорил этот, не должен свастика, это плохому научит. Я 10 пальцев сейчас загну, что нужно об этом. Ну, мы проходили. Вот. А представляете, когда сейчас скажут, ничего этого не надо. И вся страна, не мы, узкий круг, там несколько тысяч человек у меня последователей, несколько тысяч, против миллионов. И вся страна вздохнет. Господи, яму не рыть. А тележку привезти сверху нетронутого дерна насыпать, ну, то ж, извините, тут уже любой может это сделать, даже мальчишка. Вот и так далее, и так далее. Ну что, это была преамбула. Вот. Полюбовались? Нечего на девушку заглядываться. Вы смотрите на фрукты. Вот. Смотрим дальше. Снова. Да. Что скажу? Все. Это был первый этап. Не знаю, как потом вырежет кусочек мой брат Юрий Жиль, но как он его назовет. Например, аспирантку Савинич на большой экран и 10 восклицательных знаков.